Всем привет, ребята, с вами я, Нубик Майнкрафте, и сегодня я вам расскажу, что будет в этом видео по дороге, пока мы будем с вами идти, пока я буду все вам рассказывать. В общем, ребята, перед началом ролика я вам посоветую подписаться на мой канал, ставить кучу, прям вообще, вот так вот ставить вообще на лайки, вот так вот под каждое видео, вот так вот ставьте, вот так вот, вот так вот ставьте лайки, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, вон кликайте вот на эту кнопочку, чтобы подписаться, вот обязательно. Так, смотрите. Ой, а наша машина пожарная уехала, что ли? Ой, мигалки с собой забыла. Слушайте, машина пожарная без мигалок, это не машина пожарная. Очень странная какая-то машина. Ууу, магия. Смотрите, я прошел сквозь эту стенку. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сквозь подписаться. А ну, а вы обязательно подписывайтесь, вот кликайте, вот. Обязательно, прям вообще, без ваших... Не понял, а что это тут все сломалось? Блин, ребята, тут что-то все сломалось, но я думаю, потом я починю. А конечно же, мы с вами сейчас сломаем целых 3 лего-блока перед этим видео, пока она будет это там, я не знаю, что делать. А в общем, сейчас мы сломаем вон наши охранники нашего города стоят. Самые главные вот самые главные охранники наши стоят. Вот. Давайте сломаем 3 лаки-блока. Первый по счету. О, ребята, нам выпали порталы. Слушайте, это очень офигенно. А зачем нам эта рыба? А я не знаю. Слушайте, а что там у нас? Это, это башня наша не прогрузила. Вот это тупая башня. Не про... О, ребята, это что такое? У меня вроде бы сложность стоит. Давайте поставим мирно, чтобы этот плохой человек... Ушел, да, вот, смотрите, он ушел, мы поставили с вами мирную сложность, и этот человек ушел. Ну, смотрите, ребят, мы теперь можем с вами телепортироваться на большие расстояния, да, в общем, смотрите, смотрите, у меня даже на спине эта штучка клёва. Смотрите, ребята, в общем, мне житель один сказал, то, что меня ждет один житель в нашей, там, на нашей арене, и он для меня приготовил какие-то очень странные испытания. В общем, я должен буду их пройти, чтобы что-то сделать. В общем, ребята, я до конца не понял, что он мне сейчас скажет сделать, но, в общем, мне надо туда идти. Давайте с вами отправимся туда с помощью вот этих телепортов. Вот так вот. Ой, что-то он долго летит, я зачем-то очень высоко вверх его подбросил. Вон наша уже арена видна, и мы можем уже туда отправиться. Смотрите, мы уже туда подошли, точнее. Ну, подошли, точно, подошли. Смотрите, там велосипед наш находит... А почему? О, мы с вами телепортируем, смотрите. А наш велосипед, который я строил, тут еще стоит. Почему-то он никуда не уехал. Ну, точнее, почему мы с вами на нем не катаемся? Вот он и никуда не уезжает. А давайте с вами как-нибудь потихонечку, прям вообще помаленечку с вами... слушайте, а давайте я попробую допрыгнуть вон до того, до той небольшой лужицы. Ну-ка, не допрыгнул, слушайте, ребята, я бы так умер, если бы, я не знаю, она была очень далеко, и наша арена была очень высокой. Слушайте, но мы уже с вами давайте перейдем к ближе делу. Мы с вами дошли до нашей топовой арене. Ой, ребят, смотрите, там уже вон житель находится. Только он что-то отвернулся от нас. Давайте к нему подбежим и спросим, что он для нас придумал. Привет, житель. Привет, нубик. Слушай, ты сегодня должен будешь пройти мои испытания, которые я для тебя только сейчас придумал. Ой, слушай, житель, а я так не готов проходить эти испытания, то, ну, ты обязан их пройти. Ну ладно, житель, уговорили, я должен их пройти, чтобы что? Чтобы ты хотя бы остался в живых. Слушай, житель, это что такие за угрозы? Я только сейчас не понял. Ты должен убить 3 огров, слушай, житель. Ты слишком какой-то, блин, я не знаю, очень злой, что ли. Ты какого-то нубика меня отправляешь убивать 3 огров? Я не понимаю тебя, житель. Все, нубик, хватит разговоров, переходи к делу. В том сундуке, в том сундуке лежит 3 яйца огра, и ты их должен их убить. Я не знаю, как ты должен их убить, но ты должен их убить. Блин, житель, это слишком сложное задание для меня ты придумал. Как мне убивать их рукой, что я даже не подготовлен, я даже не ожидал, что ты для меня такие сложные испытания придумаешь. Ну ладно,
ребята, давайте посмотрим. Ребят, смотрите, тут целых три этих яйца лежат. И, наверное, это огры. Да, смотри, грин огр, кеви огр и фай огр. Интересно, что это такое? А давайте для начала выпустим одного огра. Давайте обыкновенного Кевин Огр. Давайте ставим его. И что? Ой, ребята, слушайте, он какой-то фиолетовый. Ой, голубой, смотрите, какой он страшный. У меня одно сердечко осталось. Слушайте, а этот бальбес за мной бежит. И как... Блин, слушайте, и как мне его теперь убивать? Я даже вообще не представляю, как его у меня убивать. А, ребят, а есть у вас предложение, как мне их убивать теперь? Я не знаю, давайте я долечу на режиме бога до того места и посмотрим, что предложит этот житель. Что он нам скажет, может, что-нибудь там нам подскажет? Ой, ребята, тут еще какие-то. Давайте пока не будем выходить из режима бога. Житель, житель, а как мне справиться с этим огром? Слушай, нубик, ты как-то раз крафтил броню бога и меч бога. Они у тебя должны висеть на твоем... Ой, слушай, житель, погоди, тут немножечко сломали. Они у тебя должны висеть на твоем, на твоей доске почета. Ну, ты раньше весил их. Я не знаю, висят они у тебя до сих пор или нет. Ну, иди посмотри и возьми. Ой, ой, что он сделал? Ребята, он рушит нашу арену. Слушайте, все, надо по поручениям жителя бежать быстрее в наш дом и забрать все вещи бога. Вот, бежим, бежим быстрее. Так, надо набрать скорости. Взлетаем. Давайте быстрее, быстрее, быстрее бежим. И возьмем наши, эти, боги, это, броню бога. И все там, это, бога, все, возьмем бога, в общем. Вот, да, житель нас не обманул, ну, точнее, как не обманул. В общем, все тут висит, вот так вот мы забрались с вами. Вот, все, вот так вот надеваем сейчас вот эту всю броню, вот. И смотрите, какой я прикольный, блин. Смотрите, какая броня офигенская, просто тупер афупенская, апупенская. Вот, так, ладно, переходим к делу, возвращаем. О, ребята, что-то тут происходит, тут какой-то зомби-апокалипсис, какие-то зомби, быстрее надо убить этих огров, чтобы все нормально в этом мире стало. Вот, подбираем яйца эти, возвращаемся в наш обычный режим, давайте убьем этих скелетонов, вот, вот, вот так вот офигенно. Слушайте, я думаю, надо дозвать всех остальных зомби, чтобы были посложнее нам, стали воевать с ними. И смотрите, что-то они на меня даже внимают. Ой, смотрите, что он сделал. Ребята, вот это тупой зомби, точнее огр. Надо быстрее их убивать. Ну-ка, давайте берем это. Ой, они нас это атакуют уже. На, получай. Вот это суперский меч бога. Смотрите, просто пупенский, здоровенский меч бога. Давайте, подходи. На, вау. Ребята, из них... Ой, с него что-то ничего не выпали такое, а пупенского. Слушайте, смотрите, что он тут сделал. А давайте сделаем все как было. Вот, вот так вот. Так, слушай, броня бога слишком какая-то быстрая. Я даже не успеваю поставить блоки в нужное место. А вот так вот ставим. Вот, все, мы с вами доделали. И давайте с вами доделаем стеночку нашей арены. Вот, а то эти тупые огры нам сломали его, эту арену нашу суперскую. Я думаю, надо доломать. Ой, тут еще этот зомби идет, но мы его не впустили. Не входи! Ой, уйди! Уйди, тупой зомби! Я не успел сразу его быстренько убить. Ой, не тот блок взяли. Тупой блок поставили, который типа уже сломался. Вот, вот так вот ставим. Все, и все, надели в нашу арену. И остался последний огр, которого мы должны убить с вами. Вот, давайте просто с разбегу его кьяхнем. Но для начала давайте убьем вот этих тупых всех головарей его. Так, я не знаю, кто это такие. С разбегу берем, бежим, бежим. Давай, кия! Ой, с него даже алмазик выпал, ребята. Вы это видите? С него даже целый алмазик выпал. Ну все, житель, 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 мы выполнили твое поручение. Ой, молодец, нубик. Теперь ты просто останешься в живых. И все, я просто останусь в живых. И это были какие-то тупые испытания для твоей тупой житель. Ха-ха-ха, получил, нубик.
Я тебя затроллю. Тупой житель, получай. Мы убили этого тупого жителя, который нас пытался затроллить. Ребята, вообще тупой житель, да? Скажите в комментарии. Вообще тупой житель. Так, давайте вернемся и поставим нормальную погоду. Вот, weather clear. Все, ребята, я думаю, надо заканчивать это видеоролик, ребята. Все, пока, ребята, смотрите предыдущие ролики, смотрите ролики справа, слева. В общем, везде они находятся вот сейчас. Обязательно ставьте лайки, зовите всю семью. В общем, все, ребят, всем удачи, ребята, всем пока, ребят. Пока-пока-пока-пока!